Что произошло? Да. Вчера вечером пробомбили. Пробомбили мирное население. Очень успешно, как видишь. Мальчик 11 лет, ранение осколочной головы. Вот. Причем здесь дети, непонятно. Война. Чья? Необъявленная война. Войны нет абсолютно. А почему-то погибают мирные жители. Почему? Кому задать вопрос? Какое отношение к нему или что? Да. А как вы думаете, какое к нему отношение? Я не знаю. Какое? Не знает. Очень плохое. Дай в руки автомат. Что тут хорошего Порошенко вас сделал? Вот это разве свои вот это могут такое сделать?